Настоящим событием в культурной жизни Белгородчины станет участие в нынешнем фестивале прославленного музыканта, выдающегося скрипача, профессора Московской государственной консерватории и Кёльнской высшей школы музыки, лауреата международных конкурсов и государственных премий, народного артиста СССР Виктора Викторовича Третьякова. В исполнении нашего гостя и участника фестиваля прозвучит сегодня одно из известнейших романтических сочинений немецкого композитора Макса Бруха «Концерт для скрипки с оркестром соль минор, опус 26 в трех частях». Итак, мы приглашаем на сцену народного артиста СССР Виктора Третьякова. Thank you.